Йоу, Баллер, ты на канале Kicks Conte, здесь мы тестируем баскетбольные кроссовки, здесь мы рассказываем про лайфстайл кроссовки, ездим по разным городам, устраиваем лютый баскетбольный движ. Я сегодня вам записываю в нашем легендарном офисе эту превьюху, потому что, к сожалению, совсем скоро с этого легендарного офиса мы съезжаем, но не стоит грустить, потому что мы в еще более новый легендарный офис заедем скоро, который мы вам покажем. Вот, но увековечим его в этом обзоре. А обзор сегодня на Jordan Fly Lockdown. Взлетаем! Кроссовки на тест нам предоставил проверенный магазин Poison X. Они предоставляют услуги по заказу любых товаров с китайской онлайн-площадки Poison и не только, на самых выгодных условиях. Также у них есть товары в наличии на складе, которые можно посмотреть на их сайте. Обязательно ознакомьтесь с сервисом, а все ссылочки на него находятся, конечно же, в описании. По размеру Jordan Lockdown идут как положено, сели отлично на мой 12 US. На широкую стопу и высокий подъем они подойдут. Внутри много набивки в пятке, да и по всему периметру и стопе там прям очень мягко. Соответственно, времени на разбивку кроссовки не потребовали. Движения они не сковывают, корпус довольно податливый. В целом, реально комфортные, но, конечно же, из-за такого слоя набивки вентиляция отсутствует напрочь и нет ни единого места в кроссовке, где воздух мог бы циркулировать. Амортизация классический Nike Jordan, пена изуп в носке. Пена, конечно, не вывозит, я отпрыгал в них мини-сэшн на Low Rim с Кирюхой Мирошниченко. Даже не спрашивайте, что это было и зачем, но получилось красиво, кстати. Вот, собственно, баллон еще как-то спасает, но пена никакая. После пары прыжковых тренировок стало понятно, что лучше особо в них не летать на постоянку. При этом чувство корта здесь не такое уж и хорошее, так что это не самые лучшие кроссовки для маневров на площадке. Гэнг, рассказываю, какие вещи у нас сейчас доступны по предзаказу. И почему предзаказ это круто? Круто это потому, что цена на нем в два раза меньше, чем та, по которой они пойдут на Wildberries. Но надо немного подождать, пока товар до нас дойдет. Что сейчас на предзаказе? Крутой мяч лето, где все панели разные, разных цветов, в наличии размеры 7, 6 и 5. Строгий и стильный черный мяч с золотыми канавками для заряженных чемпионов. Все это прекрасное добро можно смело приобрести на сайте kickscontest.com по ссылочке в описании. Рисунок протектора у локдаунов вообще гениальный, я считаю, это концентрические круги, перемешанные с елочкой. Сама резина мягкая и цепляют они на всех покрытиях прям идеально. Даже если пыльно, кроссовки вгрызаются в паркет, асфальт или какой-либо еще корт. Вот за это им, конечно, респект, правда, на улице они долго не проживут. По материалам все грустно. Основная часть корпуса выполнена из обычного синтетического плетения, места нагрузок запаяны во фьюз, соответственно никакой премиальностью здесь не пахнет. Весь дизайн кроссовок заключается в этом заднем спойлере, который по факту функционала не несет. Как петлю для надевания его использовать неудобно. По качеству сборки и в целом материалов, ну есть вопросики. За время тестов подошва просто начала отходить. Еще недельку у жестоких тестов и кроссовки, как говорится в народе, захотят кушать. Так что о чем тут говорить дальше? Вес составил 431 грамм в размере 12 US, что в принципе приемлемо, и оторваться от земли в кроссовках можно. Blink of blind.
Как сильно бы я не затягивал шнурки, стопа в передней части не зафиксирована. Здесь нет просто никаких обратных аутриггеров, которые бы не давали ей вылезти за пределы кроссовка. Этот нахлёст слишком низкий, а корпус не способен ее удержать. Соответственно, во время резких остановок или смен направления стопа гуляет по сторонам, и это плохо сказывается на безопасности. Пятка в целом зафиксирована хорошо. Боковой аутриггер, тоже тут практически отсутствует. Кроссовки неустойчивы, риск подвернуть галлик возрастает. Но, соответственно, никаких стабилизирующих пластин в подошве не предусмотрено, и кроссовки подвержены скручиванию. .73 балла набирает Jordan Lockdown на наших тестах. 1 балл мы снизили за то, что совсем безалаберно дизайнеры подошли к своей работе. Нет хоть какого-то элемента, который хоть как-то пытался бы улучшить функционал. Просто нарисовали дизайн и запустили в производство. Только тракция здесь то, что нужно, тормозить в них не очень, ибо стопа вылетает за пределы кроссовка. Мы бы не рекомендовали эти кроссовки для серьезных игр, да и для просто игр на самом деле. Можно в них максимум какие-нибудь бросковые тренировки проводить, пока основная пара сушится, допустим. А так на лайфстайл еще может подойти. С вами был Леха Матрас Fly White. Не забывайте про предзаказ этих прекрасных мечей черное золото, прекрасный мяч лето. Цена всего лишь 2990 рублей вместо 6000 рублей, которые они будут стоить на Wildberries. Обязательно подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Подписывайтесь на наши соцсети, а именно на Telegram. Там все новости по проекту, там антресоли, тестовые пары выкладываем, которые продаем. На Instagram, там тоже жизнь проекта, всякие данки и прочее выкладываем. И, конечно же, всем peace, кушайте супчик. Пока!